Культурно-спортивном комплексе «Назарьевский» состоялся конкурс красоты и таланта «Мисс Назарьева-2019». Концепция оформления в этом году — космос. Сцена стала созвездием красоты, а участницы — его звездами. Претендентки на королевский титул соревновались в 4 видах конкурсов. Зрителям особенно понравился номер «Принцесса мечты», посвященный году театра в России. Все девушки достойны короны, но титул «Мисс Назарьева-2019» жюри единодушно присудило Екатерине Рыбаковой.